Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Александр Сазонтов. И в этом видеоролике я хочу показать, как я промываю трубочник и как я потом им кормлю рыбок. Вот трубочник, он достаточно чистый. Я его промывал вчера. Ну, я его ежедневно промываю. Но все-таки нужно промыть его еще, прежде чем давать рыбкам. Вот так вот я заливаю в него воду. Ставлю отстаиваться. Вода холодная. Ну, из-под крана, как она сейчас в зимний период, может, я не знаю, 6, 7 или 8 или 10 градусов. Ну, примерно так. Видите, сколько грязи плавает. Это буквально со вчерашнего вечера. Ну, вот она чуть-чуть осела. То есть сама культура, грязь еще плавает. И вот я теперь начинаю потихоньку сливать. Прошло 2 недели с того момента, как я купил этот корм. Ну, изначально он был тоже не очень грязный, уже хорошо промытый. Вот, поэтому, так сказать, промывание раз в сутки это достаточно. Под большим напором разбиваю все, так сказать, слипшиеся, или как они сцепляются между собой, фракции. Значит, трубочник – это червь. В одной колонии присутствуют и крупные, и мелкие, и средние личинки. Поэтому, так сказать, они тут же, по всей видимости, и плодятся. Но при этом они очень-очень-очень, так сказать, не то что вкусные, а полезные. В них много питательных веществ, и рыбки растут на них, как на дрожжах. Единственный, конечно, недостаток – можно подхватить какую-нибудь заразу, болезнь. Потому что питаются они там, пропускают через себя грязь, ил и так далее. Вот, поэтому корм, конечно, без промывания очень опасный, инфекционный. Можно заразить рыбу, потерять ее однозначно. Ну вот я беру немножко корма и начинаю им кормить. Вот так вот его. Вот он разлетается, рыбки его тут же хватают и начинают есть, пока им достаточно. Это я кормлю самых петушков. Дальше немного я кидаю. Здесь у меня маленькие сомики и немножко гупяшек, зеленая кобра. Им я тоже чуть-чуть кидаю. Ну, совсем чуть-чуть. Ну, можем чуть-чуть дать петушкам. На этом наше видео я хочу закончить. Подписывайтесь на мой канал, кому интересно. Дальше я буду очень много рассказывать про рыбок, про инструменты, про все сопутствующие товары, которыми мы пользуемся в уходе за нашими рыбками. Если кому интересно, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, отвечу на любые вопросы, будет очень интересно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова